Если ты, да-да, именно ты, прямо сейчас поставишь лайк, то тогда ты будешь убивать противников точно так же, как и я. Вот, вот прям вот так. Поэтому ставь лайк и подписывайся, и тогда ты станешь мега-нагибатором. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня мы проверим, что же я смогу получить за 1000 убийств в игрушке Stand of 2. Также именно сегодня я попытаюсь побить мировой рекорд по убийствам в командном бою. Мало ли кто не знает, то рекорд на данный момент 741 убийство. Так вот, я, ребята, заказал ботов, реально это боты, заказал в одной очень крутой группе, ссылка на которую есть в описании. Так вот, и сегодня мы, ребята, проверим, сколько у меня будет убийств и что я за это получу. Ну что же, я написал команду Go, и мы, ребята, ждем. Прямо сейчас начнется игра, и мне очень интересно посмотреть, как же будут выглядеть боты. Это реально очень круто и очень интересно. Ну что же, поехали. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Так, ребят, ну что же, игра началась. Мы не должны терять ни секунды. Быстрее покупай себе какое-то нормальное оружие под названием АКР. И погнали, посмотрим на ботов. Боты, вы где? Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, ребята, мы теряем драгоценное время. Каждая секунда на счету. Как можно быстрее идем. Фига себе, они даже стреляют. Ядрить, колотить. Вы просто посмотрите на вот это. Вот это просто полный трэш. Нормально, 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 ребята, давайте, давайте, давайте. Уже 10 киллов, но времени очень мало. Так надо экономить патроны, потому что перезарядка это тоже лишнее время. Как ни крути. Не, ребят, кажись, я рекорд не поставлю, но хотелось бы сделать хотя бы что-то похожее. Так, так, ой-ой-ой, 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 как я красиво убиваю, слушайте. Ну убийства идут однозначно. Ух ты, блин, меня чуть не убили. Офигеть, боты даже стреляют, блин, это прикольно. Так. Нормально, нормально, нормально. 51 убийство уже. Главное, чтобы никто из бота меня не убил, а то я иначе буду тогда точно нубом. Представьте, кента убил бот. Я уже представляю, как вы будете прикалываться надо мной в комментариях. Поэтому нет, меня боты не убьют. Я отвечаю, я постараюсь. Так, уже 77 киллов. Блин, ну чё-то маловато, хотел бы побольше. Надо больше, больше, больше киллов. Нам надо больше золота. Нужно больше золота. Так, 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 ну-ну-ну-ну, давай, кентуха, just do it. Блин, фига себе не живучие. Или это я нуб? Блин, ребята, я нуб, если я не могу даже убить ботов, да? Ну, по идее, да. Блин, вот это кайф, никто не двигается, никто не мешает, никто не ливает, потому что когда я снимаю видео, постоянно какие-то проблемы. Вот однозначно это очень круто и заслужит вашего лайка. Ну, серьезно, такого никто не снимал, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал КентПК. Вот если вы, вот если ты прямо сейчас поставишь лайк, то ты будешь всегда убивать так же противников, как я этих ботов. Правда, знаете, в чем, ребята, минус? Выпала не та карта, что я хотел. На карте трейна я мог бы сделать гораздо больше киллов. И, кстати, да, может, надо было оружие брать не АКР, а петуха? Как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я взял правильное оружие или нет? Или все-таки АКР для этого не лучшее оружие? Может, вообще надо было дробаш взять? Вот мне так кажется, то, что мне это никогда не надоест. Вы просто представьте, насколько это приятно, когда ты делаешь вот так вот хедшотики. Раз хедшот, два хедшот. Давайте три хедшот. Три хедшот, четыре хедшот, пять хедшот. Ребят, ну это сказка. Ну, камон. 5 минут later. Так, осталось 30 секунд. Камон, 30 секунд. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы сейчас все умрем. Сейчас будет большой взрыв. А, и кстати, да, пока еще, ребят, не вышло время. Как вы думаете, сколько я получу опыта? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот прямо сейчас, сколько Кента пока получит опыта за все эти сумасшедшие убийства. 9 секунд. Ну-ну-ну-ну, давай, 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 Кентух, ты сможешь. Just do it, ну-ну-ну-ну. Быстрее, быстрее, быстрее. Всех убиваем. 3 секунды, 3 секунды. 3. 2, 1. Ну что же, ровно за 10 минут я сделал 420 убийств. И я получил опыта 4100? Нифига себе! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Найс буст. Блин, ребята, вот за это надо поставить лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И большое спасибо за поддержку группе Stand of Boost. Ну что же, с вами был КентПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.